Здравствуйте, уважаемые жюри. Меня зовут Ангел Христов-младший. Я из Болгарии, учусь в 3-м классе. Я продекламирую стихотворение «Бугач» Мажита Гафури. Богач. Богатство я люблю, хоть сам и не рвал. Наследство мне отец оставил капитал. Пусть люди на меня работают за грош, а я от праздности покуда не устал. Налоги я плачу, налог мне не разор. Втридорога продам и кончен разговор. К ответственности нас едва ли привлекут. Чьи деньги, тот и прав. Какой быть может спор? Устраивает нас реакция вполне. Пусть произвол вокруг, пусть целый край в огне. Теперь нет никого, кто нам внушал бы страх. Я речь свою веду так, как угодно. Доходы без конца в карман ко мне текут. День миновал, опять доходит тут как тут. И мне везде почет, куда я не пойду. Да так и быть должно, не в лапте ж я буду. В своих работниках я день денской броню, ругаю их самих, позор их родю. А если кто-нибудь решится возразить, немедленно того на улицу гоню. А собственно зачем шуметь мастеровой, чтоб безработным стать, бродить по мостовой? Работа есть? Молчи. Хлеб за черстовой и ешь, и запивай его колодезной водой. Терпения нет, в стихах скажу, все до конца. У преграды не для голоса певца. Мы стали бледными от горя и обид, ведь кровью облились горячие сердца. Настанет светлый день, возмездие придет, забудет похвальбу. Чурбан богатый тот, и в бездну адскую не зринутся навек. Богатство праздный быт.